Всем большой привет! Я иду, мне нужно в сторону Кипсела, в сторону Олимпии. Еще с новыми наушниками. Вот. Получила вчера с сайта AliExpress. 4 евро стоили. Ссылочку на них я оставлю в описании. Хочу вам показать дорогу немножко. Давайте покажу. Мы сейчас проходим ботанический сад. Я уже говорила о нем, что отметим за тем, что тут кибитка. Вот название, вон там вход, время работы. Сейчас время работы с 10 часов до 7. Вот тут вот главный вход. По этой дороге нужно пройти. Там останавливаются у нас автобусы, троллейбусы. Вам нужно просто по ботаническому саду вдоль пройти. И вот здесь вот будет вход. Здесь у нас магазин. Пальмовый дом называется. Здесь всякие причиндалы. Здесь у нас еще один заправка. Но мы туда не идем. Нам нужно немножко вот идти дальше. Так вот. Здесь у нас папоротники растут. Рододендрон. И вот тут вот немножко вам видно сам ботанический сад. Я просто здесь раньше, когда родила, и с ребенком каждый день мы ходили гулять сюда. Здесь было очень все красиво. И просто была тишина и покой. Можно было спокойно с коляской погулять. Здесь у нас еще мойка машин. И дальше мы выходим на улицу Кулдыгас. Точнее, мы сейчас по ней идем и идем дальше. Посмотрите, какие там виды. Котик бежит. Вот. Это только одна часть всего того, что тут есть. Такой небольшой закуток со всякими лекарственными растениями. Ну, вот я перешла дорогу. Мы с вами здесь недавно гуляли. Это Кулдыгас Ела. И вот здесь вот я раньше жила, вот в этих домах, и я иду. Я себе купила кофе, у меня кофе-латте с сиропом амаретто. Я пошла дальше, вот тут вот у нас Рижский университет, или Страдане, и это мы идем по Кулдыгас Ела. Вот, здесь у нас какая-то школа. Я, честно говоря, я не помню. А вот там вот дальше туда я иду. Я иду в сторону Кипсела. Мне нужно в Альпию. Ну, по делам. Посмотрите название улицы Дурбас. И это мы сейчас вот нужно перейти дорогу. Здесь очень интересные переходы, что один переход переходишь, и потом один ждешь, он красный, потом опять маленький кусочек переходишь. И опять красный. В общем, очень долго получается ждать. Вот так вот. Вот здесь вот, видите, один я сейчас перейду. А здесь вот по этой дороге едет третий автобус. И это Даугавгривас. И там вот дальше будет у нас участок полиции. Вот. Я перешла дорогу и иду прямо. И я вам очень хочу сейчас показать тут вот... дорогу немножко этого района, потому что здесь я не гуляла, наверное, месяцев 7-8 я не шла на работу. Знаете, я этим маршрутом шла больше полгода назад. Смотрите. Кстати, если вот заехать, по-моему, вот сюда, да, вот сюда вот, то... Ну, то есть вот по этому въезду ехать на машине вот тут вот и доехать или здесь оставить машину. В общем, не знаю, раньше был вот тут вот въезд, можно было на машине заехать
и ну, на речку. Сейчас уже, видимо, этого нету. Либо я что-то уже забыла, потому что мы сюда ездили, наверное, года лет 5 обратно, больше даже 6. Уже здесь вот так вот уже все, наверное, я уже просто не помню. Или просто пешком. Сейчас я вам покажу речку. Вот. И раньше можно было купаться. Смотрите, какие васильки красивые, на них мошки. Пчелы или кто там, не вижу. Я запуталась, как тут где идти. По-моему, просто нужно было оставить машину и идти. Либо, мне кажется, все-таки был какой-то въезд. Я уже об этом не помню. И надо было, наверное, пройти вот туда вот и это. Но не помню. Ладно, сейчас вам покажу речку. Вот такая вот речка. Здесь у нас находится общежитие РТУ. Там вот белое — это институт, Рижский технический университет. И вот здесь вот общежитие для людей, которые приезжают из-за границы. Вот такой вот пруд. Ближе я подходить не буду. И здесь вот знак, что нельзя якорь спускать. Я повернула вот, вот так. Вот такой вот у нас переход. И я просто повернула и иду вот так вот дальше. Мне за РТУ, потому что там стоит туда, куда мне нужно. Виды, конечно, шикарные просто. Я просто это вообще что-то с чем-то. Что, друзья, я не посмотрела, что у меня уже вот-вот сядет камера. Так что лучше я снимать уже ничего не смогу. Телефон, точнее, сейчас сядет. Нужно еще ставить пару процентов, доехать до дома. Так что всем пока-пока.